Та-дам! Ребята, я закупила овощи. Покажу вам, что я купила за 5000 вон. Я всегда вешаю маску сюда, потому что я часто выхожу. Ну вот, покажу вам, что я купила. Айгу-айгу-айгу-дро. Бананы. Ребята, это было 1000 вон. 1000 вон! 1000 вон! Ребят, представляете, это 50 рублей за 50 рублей так много бананов. Еще помидоры и огурцы. Помидор это стоило 3000 вон, а уи, я 3 уи купила за 1000 вон. 3 огурца купила за 1000 вон. Представляете, сегодня у меня очень удачный день. И, кстати, сегодня я сходила к стоматологу, потому что каждый раз, когда я что-то ем, у меня 뭔가 어금니 위쪽이 너무 아파서 그래가지고 я думала, что у меня зуб что-то испортился, и пошла к стоматологу, и она сказала, что это не испортилось, а просто там еда осталась, потому что, не знаю, еда осталась, я не чищу зубы, что ли? Нет, я каждый день, 3 раза в день чищу зубы, но что-то еда осталась, и из-за этого десна опухла была. Так, и поэтому я купила тесель, нитки для зубов. Всю мою жизнь я подумала, что эту нитку используют только старшие люди, бабушки и дедушки. Но теперь я буду пользоваться. Так, я хочу вам сказать, что берегите себя, хорошо чистите зубы, чтобы вы не потратили столько денег на зубы. Хорошо? Тогда сегодня я пойду на танец на счастье, поужинаю, и завтра буду опять на веселье. Я опять пришла на танец на 6. Я вернулась домой. Очень хорошее настроение после потенс, но у меня раны появились. Тут синяки, и это, посмотрите, так как очень скользко, и мачалёк 때문에 살이 되게 쉽게 까지더라고요. 너무 아픕니다. Ну, всё равно я буду сейчас готовить себе ужин. 저녁 먹을 건데, днём я садила в бунга, и там, оттуда, принесла очень много еды, так что я буду кушать. Я сохраняю по вас вот так. Уже нарезала все. Чан, сегодня у меня закончилась куриная грудка, поэтому не смогла это делать. Но я сделала с помидорами, огурцами салатик и бутер с авокадом и колбасой. Ладно, сейчас он уже 2 станции ходит. Он иногда. Я ему говорю, я его приучаю. Это же полезно. Сегодня утром пришла доставка, я заказывала продукты, чтобы поесть на неделю. И я сейчас буду распаковывать. Я проснулась только, поймите, пожалуйста. Я голодна. Я купила такой рис. В Корее наша основная еда это рис, а в России хлеб. Но не только белый рис, я хотела, чтобы был и черный рис. Поэтому харам я купила, и утуги был дешевле, чем хэппан. И потом я купила карри, хотела попробовать карри. Видела где-то рекламу у актрисы Чон Джи Ён. А еще у меня такой есть, а это все дэнчжан. Надо в холодильнике сразу положить.
Так, я заказала 3 салатика. Грибы. Куриная грудка. Это сыр. Вау, оранжевый. А это рыба, рыба. Я хотела белку. Будет вкусно. 300 грамм. Мен я помогу сыну. Вторая коробка. Тут печенье белков. Сегодня придут мои друзья на новоселье. Хотела их покормить, но не знала чем, потому что мы все на диете. А это меньше углеводов, больше белков, такое печенье. И я очень люблю плов, то есть пукимбап. А это с куриной грудкой пукимбап. Будет очень вкусно. Я люблю чапче. Чапче — это корейская лапша, очень вкусно. Ну, в принципе, это все. Теперь я буду готовить завтрак с салатиком. И вот, подожду моих подруг. А их купила за примерно 35 000. Я покажу приложение потом. Все приготовила за 5 минут. Мой завтрак. Овсянка. Салатик. И куриная грудка. Приятного аппетита! Я приняла душ после тренировки. Я каждый день стараюсь заниматься тренировкой. Home training. Потому что у меня есть мечты. Вот после переезда я составила планы на 2021 хаванги. Вот, например, у меня очень много мечты. То, что я хочу учиться, 배우고 싶은 거. Pole dance, 러시아어, 그리고 부동산, 투자. Также то, что я хочу покушать, это красную икру. Я хочу попробовать красную икру, потому что это дорогая еда. И я никогда не пробовала. И мечты, которые я хочу сбыться, я хочу выполнять, это pole dance, 초급반. У нас есть уровни, самый первый иммун и даже чугуп, чунгуп. А я хочу позаниматься потенс более месяца, и я хочу на следующий уровень перейти, чугуппан. И хочу приготовить сырники, я уже делала вчера, и иметь хорошее питание и сделать тело. И иметь тело, которое я хочу. То есть я хочу поменьше жир в животе. Это моя мечта, поэтому занимаюсь спортом. И куда хочу пойти? Это на Чеджу. Чеджу остров хочу пойти. Потому что там очень красиво. А летом я съездила в Усан. Там тоже очень красиво, много морепродуктов. Но самое красивое место в Корее, мне кажется, это Чеджу. Потому что это остров, и там климат чуть-чуть другой. Очень экзотичный остров, мне кажется. Там язык тоже... Язык корейский язык, но диалект есть, поэтому очень интересно. И особенно весной офигенно красиво, потому что цветы... Бам, кочи, 엄청 아름답게 피기 때문에. И то, что я хочу купить, это новые кроссовки и новые pole wear. То есть, когда я занимаюсь pole dance, мне нужно pole wear. Сейчас у меня есть, но они дешевые, поэтому я хочу купить хорошие и красивые pole wear. И для этого что нужны? Деньги нужны, поэтому я составила план, и как я буду зарабатывать. Как я могу зарабатывать больше и так далее. 그리고 예상되는 지출에 대해서도 써봤는데 일단 제 목표는 80만 원을 쓰는 거예요. Мой план это 80만 원 на месяц расход. Изаби на жилье мне нужно примерно 15만 원 заплатить, а для еды я думаю 20만 원, потому что я буду приносить
еды из моего бунга, из моей квартиры с родителями. Также вечерби. Вечерби, то есть кофе, ужин с друзьями вне дома, примерно 5000. А типтриби, 15000. Новоселье у меня очень много раз было и будет еще 15000. Клюкби, образование, потенс. Это было уже дорого. Этого стоило очень дорого. Кютунби, транспорт. Я не буду ездить на такси, и я буду часто ходить пешком. Кютунби примерно 7000. А кудукби. Кудукби 14500. Netflix. И я жертвую. Я даю деньги центру для женщин. Расход на интернет. Хендапун биёнг 35000 정도. Чирюби, лечение. Недавно была к у стоматолога и решила усердно чистить зубы. Я не буду болеть. Лечение. И китаби. Еще другое. Например, вдруг приходится на что-то платить. Такое. И да. Я вообще такое никогда не ела. Я как-то пробовала, мне, помню, не понравилось, по-моему, но это было очень давно уже. А мне щербет — это мороженое. Такой щербет я никогда не ела. Мы с Саней пришли на танец на счастье, пилоне. Какое впечатление? Ну, пока что, не знаю, волнуюсь. Немножко неловко. Болят ноги, и теперь с Аней мы пришли поужинать. Мы поедим... Ты блог снимаешь? Да. Мы поедим бараньи кишки, покажу. Вот это ямдэцан кук. Стоит 35000 за двоих. Надо пожарить. Да. Замеда. Мы первый раз в жизни пробуем кишки баранины. Просто после тренировки очень уставшие и хотим пожрать быстрее. Мальчик жарит мясо. Вчера Аня ночевала у нас дома, и это для меня было первый раз, что кто-то у меня ночевает. Поэтому очень интересно было. И мне хорошо спалось. И так как кто-то рядом есть, не одиноко было. И мы вчера почти целый день были вместе, и сейчас мы будем завтракать. А у нас тело болит, да? Из-за вчерашнего танца у нас сейчас тут болит, и у нас синяки уже появились. Но что-то у Ани очень мало синяков. А у меня все синяки. У тебя они еще вчера появились уже. Да, у меня всегда синяки есть. Но у меня они вон тоже, просто они маленькие какие-то, не такие заметные. Ну, у тебя они станут позже. Ну да. Каждое утро, почти каждое утро я завтракаю бутером. Когда-нибудь попробую покормить корейцев бутерами. Потому что для нас это очень странная еда. Да, на завтрак, да? Да, очень странная еда. Это даже не сэндвич, что-то очень странная еда. Так как Аня сказала, что она хочет в Карусель поехать, мы подготовились, и теперь мы выйдем. У нас в Корее скоро Хэллоуин. Мы пришли в кофейню, посидим, попьем. Она делает мой чай.
готовят наш чай. Мы заказали вот это. Латте с яблоком и что-то с амунд. Куда сядем? Да, это наши напитки. И у нас тут друг. Друг. Мы пойдем в томату. Да, на к нам сейчас поедем. Да, говорят, там, ну, уже мы были да, один там раз. Там очень дешевая одежда. Дешевая одежда. Мы будем шопить. Шопиться. Шопиться. А у меня волосы уже розовый цвет, почти пропал. Шарик. Вот это тот магазин одежды, где можно покупать очень дешево. Вчера я наелась топуки, муки, из-за муки у меня живот опух. Это первая юбка. Я хотела купить такую черную юбку, а попробую юбку с дыркой. А вот это с дыркой. Не знаю, что купить. Что лучше? Я решилась вот это выберу, потому что мне нравится без дыркой. Просто мне нравится этот дизайн больше. Вы с Аней закупились, mm-hmm. закончили покупки. Mm-hmm. Она взяла такую кофточку, я юбочку. И мы сразу одели это. Да. Вы уже два раза тут, и нам очень нравится, да? Да. Да. Да-да-да. Всем пока. Ребята, сейчас... Я приехала домой и кое-что готовлю. Это, угадайте, что я готовлю. Сейчас я смотрю рецепт в Ютубе и повторяю. Хотя я сейчас соблюдаю правильное питание, но сейчас я готовлю еду с мукой, потому что у меня сейчас осталось много бананов. Но они уже спелые, надо поесть, или они испортятся. Поэтому я решила приготовить оладьи с бананом. Готовить... Я готовить научилась, когда была в Москве. Катя меня научилась, но одной первый раз пробую готовить. Желайте мне удачи, пожалуйста. Это так весело. Это так весело, одна готовлю банановые оладьи. А кукта кукта. Ничего не происходит. Это первые банан блины комом. Дубль два. Дубль два. Чао, хайон. Сису кайон. Ау. Я оттуке. Я진짜 미쳐. Ау, 진짜. Думаю, что у меня, от меня нет повара. Думаю, лучше нанять себе повара. Майба. А, ну тут вроде нормально выглядит, да? Я поняла, лучше с ложкой, не с этой штукой. У оладьи для меня, для одного человека
довольно много. Вот мой одинокий столик на обед. Приятного вам аппетита. Спасибо за просмотр. Я буду есть оладьи. И влог все, ребята. Подписывайтесь, пожалуйста, пишите комментарии, если вы учите корейский язык. Подписывайтесь и на канал Корейский Стерыш. И зайдите на мой инстаграм. И увидимся на следующей неделе. Пока!밀가루 만나.